Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Spark Vinci, и это Lies of Fear. Игра, опять же, буквально недавно вышла у нас в Steam, и рассказывает нам о том, какой же может быть художник все-таки больной ублюдок. И, то есть, он алкаш, он классно делает свою работу, но в его голове что-то происходит очень странное. И он пытается с этим справиться, вокруг него происходят странные вещи, он пытается вообще выяснить, что происходит. Вся игра построена у нас в одном месте, это наш особняк, где мы проживаем, нам будут рассказывать о истории нашей жизни. И мы будем развеивать тайну, что же вообще скрывается за нашим творчеством, что у нас происходит в голове. Я буквально несколько часов назад посмотрел одну серию у Брейна и очень сильно сам захотел записать игру, чтобы вы посмотрели вместе со мной. Я хочу ее уже начать проходить. Погнали! Мы начинаем. Пошла загрузочка. Очень интересно, что же там будет. Очень интересно. Дождь. Круто. I know how я you знаю, must как feel. Ты себя ощущаешь. Lost. Потерян. Alone. Одинокий. Hopeless. Безнадежный. You probably deserve. Вероятно, ты это заслужил. But even for you, даже у тебя there is still шанс. A way. A way to bring it all back. The one precious thing you ever truly desired. Finish it. Оскар Уайт. Картина Дориана Грея, цитата. Наша прихожая. Все качественно сделано. Мне очень нравится. Подходишь прям. Видно, что постарались над игрой. И мыльца нет. Будем разбираться, как Шерлок Холмс. А двери открываются прикольненько. Крыса пробежала, как ни странно. Так, прикольно открываются двери. Здесь у нас есть тапочки детские. Видимо, девчачий. Здесь у нас есть ошейник, намордник. Для собаки у нас есть собака. Мы, в принципе, обычного телосложения. Больше ни с чем взаимодействовать нельзя. Прикольные картины. Я хочу уйти отсюда нахрен, потому что, мне кажется, будет дальнейшая полная жесть. Но ничего, мы это переживем. Наша гостиная. Все как-то странно разбросано и открыто. Там есть какая-то записка, там есть ванная, там есть... Наверное, кухня. Здесь есть сундук. В сундуке у нас есть записочки какие-то. Как с ними не можем взаимодействовать. Триумф художника, открытие галереи изумляет критиков. Понятное дело. Ага. Так. Уважаемый господин, просим вас прекратить одолевать наших специалистов, пишут нам записки, по борьбе с вредителями, а также не отправлять нам больше своих бессмысленных писем. Да будет вам известно, что моя мать порядочная женщина и не потерпит подобных обвинений. Все наши сотрудники, побывавшие в доме, констатировали, что не слышали никакого шуршания и не обнаружили заражения. Единственное, что вам требуется, это профилактическая обработка. Прошу вас, примите к сведению, что это письмо – последнее предупреждение. В противном случае, следующее письмо – будет от наших адвокатов. С наилучшими пожеланиями, Карл Дентон. Компания «Усмирение надоедливых вредителей». Понятное дело, кажется, что у нас дома очень большой беспорядок. О, прикольно, можно совсем подействовать. Виски слишком. Бухать можно? Нет, бухать нельзя. Бурбон виски. Отлично. Видимо, это наше лицо. Мы его замазали, потому что нам не нравится наша внешность. Все можно открывать, это очень нравится мне. Как в игре Тейф, может быть, кто-нибудь помнит. В общем, все приличненько, я бы сказал, сделано. Так, картишки всякие тут, бутылочки, хуилочки.
Все открывается, отлично. Так, у нас есть здесь записка. Сэр, я не заходила в мастерскую, как вы и просили, хотя представляю, какой там беспорядок. К тому же вы так сильно переживаете за эту комнату. Не стоит разбрасывать ключи по всему дому. Я отнесла их вам в кабинет. Хорошего дня. Видимо, у нас есть домработница. Так, блять, куда я дальше не пойду? Ну и вас нахер. У нас есть домработница, которая отнесла нам куда-то ключи. Там вода, что ли? Да, наверное, вода. Так. Откроем все ящички, посмотрим, что у нас может быть здесь интересного. Записка. Прости за вчерашнее, ты была права. Я переборщил, просто дело тут не во мне, дело в ней. Я стараюсь делать все в ее интересах. Наверное, я всегда считал, что в несовершенном мире есть смысл стремиться к совершенству. Но вот теперь я говорю, как мой отец. Но я буду работать над своим характером, обещаю. Поговорим потом, я тебя люблю. Да, видимо, я что-то нахамил каким-то образом нашей домработнице. С женой. Так, это открыть нельзя, ну и хорошо. Так, здесь у нас есть старинные часы, которые показывают 10:40. Сейчас время 12:05 ночи. Так, фонарь. Ого, у нас здесь мышеловка. Прикольно. Так, что-нибудь есть? О, маленький Винни-партнер, проблемы с крысами, звоните нам. Понятненько. Звонили, но, видимо, никак нам помочь не смогли. Ванная, комната. Все ящички сразу открываем. Так. О. Окровавленное полотенце. Странная вещь. Так. Здесь вот чуть-чуть. Странно лежащая отрава для крыс. Понятно. Так. Нужно как-то смыть. Нельзя. Так. Это можно закрыть. Просто нужно всегда со всем взаимодействовать, чтобы все было хорошо. Даже свет можно включить. Она отражается. О, мы даже отражаемся. Здорово, пацан. Жалко, селфи нельзя сделать. Не придумали в твое время еще телефонов. Так. Всякие ящички можно открывать, все наблюдать, все изучать. Это мне очень нравится. Включим везде свет, потому что не люблю темноту в таких играх. Парфюм женский, видимо, жены. Ничего интересного. Так, какая-то записка. Компания протеза Ахиллеса. Один протез голени. Как можно было ошибиться с длиной? Видимо, у кого-то протез и капала кровь. Да, что-то тут странное. Ладно. Так, идем дальше. Идемте на кухоньку сходим. О, ошейник. Собаки, наверное. Непонятно, что написано, но, видимо, это собаки. Идемте на кухоньку, там что, кровь? А, нет, это просто винище. Винище я люблю. О, записка. Подумала, что ты опять будешь спать всю ночь. Приготовила тебе вкусненькое. Знаешь, готова поспорить, что даже Рембрандт время от времени переставал быть совершенством. И похрапывал, как и мы, простые люди. Зная тебя, у тебя отвисла челюсть. В общем, поспи, глупыш. Я тебя люблю. Жена приготовила нам пожрать. Так, ничего интересненького нету. Тут тоже лопатка лежит. Нужно всегда, да, открывать все двери, смотреть, вдруг что-то такое нам попадется. А то я знаю, в таких играх бывает, что что-то берешь или не берешь не так. А потом тебе это нужно, и тебе приходится возвращаться назад. Или я помню, как в Resident Evil, в самых первых, еще на PlayStation, на первых, я когда маленький был, и там была какая-то часть, в начале, я не помню, что за Resident Evil, самый первый, да, там... На лестнице нужно было подобрать какую-то за картиной херню. Если ты ее не подберешь, ох, пиздец тебе просто будет посреди игры. И там что-то очень было сложно. Так, здесь у нас посуда какая-то, свет включается, да. Так, здесь сугар, хуюгар, муюгар, паприка. Здесь нам ничего интересного не дают. Давайте пойдем дальше. Так, давайте побежим. У нас осталась вот эта херня. Так, а эта херня-то открывается вообще? Что-то я забыл. Почитал? Да, не закрыто. Блин, как я не хочу туда спускаться, потому что я не люблю такие низкие подвальные помещения, еще и темные. Какая-нибудь хрень, да, сейчас, блядь, выхерачится в меня. Блин, крыса, ебать, твою мать-то, а? Больше так не делай, пожалуйста. Так, там есть какая-то дверка. Давайте ее откроем. Нет, закрыто, отлично. Вот что-то лежит. Скрипка. Хорошая вещь. Карантан. Крыска. Ты думаешь, меня еще напугать? О, кранчик. Ну, я думаю, смысла нет его включать. Так, куколки у нас лежат. Чувак выглядывает. Здорово, чувачок. Так, тут у нас всякие мешки, припасы. На столе есть что-то интересненькое?
О, очки. Какие-то детские очки. Так. Оценки. Ага, табличка вамиса. Наверное, это нашей дочери. Потому что, я думаю, школу-то мы уже давно закончили. Так, ну все, больше здесь ничего интересного нету. Пойдемте наверх. Обычное складское помещение. Краска измазанная. Так. Свет не буду нигде выключать, как я говорил. Люблю темные места. Так. Здесь мы уже все обшарили. Осталось нам наверх, наверное, сходить, да? Ну, идемте наверх. Так. Картины у нас висят, все дела. Какие-то. Может быть, на них нужно смотреть? Давайте запомним, что... Блять, как она странно на меня смотрит. Ну ладно. Так. Блять, что упало нахуй? Сволочи. О! Роял. Нотки всякие интересные. А побрякать можно? Да-да-да-да-да-да. Понял, отошел. Не подходи к тому, к чему не нужно. Ладно. Так, давайте сюда зайдем. Что это такое? Это наш кабинет. Привет. Так, все подкрываем. Всегда нужно все открывать, все проверять. Вдруг мы что-то упустим. Вот по-любому. Вот я так и знал, что ее можно взять. Только ничего нам это не дало, конечно. Всегда нужно проверять каждый уголок, в каждой игре, в каждом месте. Вдруг мы что-нибудь жизненно важное упустим. Потому что... О, телефон. Алло. Так, свет везде включаем, потому что темноты мы не любим. Так, что такое? Угу, красная шапочка. Твою мать, какая-то она жесткая красная шапочка, если честно. Да уж. Ключ! Наконец-то. О, записка. Прости, я все за тебя улажу. Сегодня будем только ты и я. Давай сделаем этот день особенным, ты обещал. Отлично. О, записка еще одна. Мой дорогой друг, позволь задать тебе всего один вопрос. Ты окончательно сошел с ума? Я тебя сейчас... Понимаю, что у тебя нелегкие времена. Собственно, именно поэтому я попросил тебя нарисовать эти иллюстрации. По старой памяти, так сказать. Само задание было очень простым. Я считал, что уж красную жабочку ты сможешь нарисовать. Даже во сне. Я и подумать не мог, что детская сказка в твоем понимании это превратится в безумный кошмар. Я не собираюсь это публиковать и уже жалею, что мы договорились об оплате. Возьми себя наконец в руки. Твой старый приятель Лиам Брикстон. Издательство «Шепот сказки». Да, под таким бухлишком, который ты творишь, чувак, можно и не такое нарисовать. Так, ну все здесь вроде... Вроде больше ничего интересненького нету. Пошли дальше в другую комнату. Оба, ребят, смотрите. Здесь висела картина, я вам отвечаю просто. Зуб даю, картина висела. Охренеть, блядь. Так, что это у нас такое? Надеюсь, это вино, а не кровь. Пожалуйста, прошу. Так, ну блин, открыть-то надо, я буду. Ладно, слава богу. Так, что у нас за записочка тут? Работа всю ночь, ну будет. Наверное, это комната. Да, спальная комната. Музычка играет, под музычку все быстренько прошарим. Здесь есть записка, да? Да. Новое лицо музыки. Какая-то вырезка из газеты, которая, я думаю, не особо нам важна. Одежда. Еще одежда. О, большие шкафчики. Люблю большие шкафчики. В них можно найти что-нибудь интересное всегда. Ничего интересного. Ух ты, ёб твою мать. Вот мы и нашли много интересного бухла. Алкаш ты пробитый. Так, разбитое стекло. Опять выписка из газеты. Параж. Пожар в какой-то галактике. В каком-то здании. Ничего интересного. О, так, колечко женское. Так, наша кроватка. Бухлишка. Трость. Чья трость? Прости, не мог заснуть. Нога снова расшалилась. Думал немного поработать. Я тебя люблю. Видимо, все-таки это у нас проблемы с ногой. И у нас стоит протез. Хотя ходим мы без этой штуки. Странное чувство. Так. У нас осталось две комнаты. Давайте сначала вот в эту зайдем. Блин, мячик. Не заходит. Давайте туда сюда. Что нам? Деваться некуда, да? Розовая комната, значит, девочки. Много висит куколок всяких разных. Всяких игрушек. И
бесполезных. О, розовый почему? Блядь, девочка, поэтому розовый какой он должен быть? Мама, папа, я вместе дружная семья. Ясно. Так, ну, наверное, в детской комнате ничего интересного у нас нету. То хорошо, что она, как свой отец, пытается уже искусством заниматься. Главное, чтобы она не начала так же бухать жестко, как он. А ловяный солдатик тоже нам никакой пользы не приносит. Игрушки детские всякие. Пустые шкафчики. Собачка, привет. Мы уходим. Так, ну, в принципе, все. Я думаю, на этом мы спустимся теперь вниз. И проверим последнюю комнату. Ей, блин, какой-то странный особняк, мне кажется, он маленький слишком. Ну, думаю, я не думаю, что в будущем все ограничится лишь этим. Я думаю, выйдем из дома. Так, закройся. Так, открывай. Ага. Так. Видимо, это наша комната, где мы творим искусство. И я думаю, мы с вами ее в следующей серии уже прошмонаем и посмотрим, что здесь находится. Особенно вот за этим полотном. Это полотно у нас и в превьюшке было, и в трейлере, и на меню. Интересно, что же оно скрывает. Так, игра мне очень понравилась. Я 100% ее буду дальше проходить. Если вам понравилось это видео и вы ждете продолжения дальше, подписывайтесь, ставьте лайки. С вами был Спарк Винчи. До новых встреч, ребят. Пока-пока.